и так станьте, и облегшись, или раздейтесь. Знаете, Бог всегда нас одевает, а дьявол нас что? Раздевает. Вот вкушаем запретный плод, и все. И увидели, написано, Адам и Ева ходили в Едемском саду. А какая у них одежда была, когда они ходили, когда Бог их сотворил? А? Наги. Наги. И Библия написано, и не стыд. А почему? А потому что они ходили в славе Божьей. Бог их сотворил по образу и подобию, поэтому они были в славе Божьей. Но когда согрешили, вдруг они друг на друга посмотрели и убежали, понимаете? И вот, Адам, где ты? Where are you, brother? Where are you? I didn't talk to you. Он, я убежал и спрятался. И вот, потому что я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Бог не сказал. Не ели ли вы? Поэтому, когда мы, друзья, грешим, вы знаете, открывается наша нагота. Нет, не внешне, а вот